Всем привет, моя хорошая, рада приветствовать каждого, кто заглянул на мой канал. Сегодня у нас получилось очень много всяких вкусняшек, потому что я пошла в Браво, в большой супермаркет, и решила закупиться. А сейчас буду все это пробовать и делиться впечатлениями, как всегда. Под прошлым таким видео мне написали в комментариях, что попробуй всю продукцию Озмо. Реально хорошая идея, потому что продукции много. И сегодня у нас на повестке дня такой киндер-сюрприз. Я опять же надеюсь, что внутри будет целая игрушка. Хотя вы писали в комментариях, что интереснее, когда собираешь игрушку. Это типа занимательно. Но я чисто от своего детства отталкиваюсь. Мне было... О, гляньте, сейчас... Тает. Жарко просто очень. Вот такой вот интересный. Пробуем сначала шоколад. Не вау. Неплохо, но не прям супер. Опять конструктор. Машинка. Сейчас попробую собрать. Короче, это точнее даже КамАЗ без прицепа. Куда мне девать эти игрушки, непонятно. А мы с вами двигаемся дальше. Давайте уже оценим этот напиток, который я открыла. Ой. Увидела на прилавках. А называется он Улудах Фрути. Это, наверное, какое-то азербайджанское производство. Нет, Turkish, это турецкое производство. Пробуем. Был, кстати, в разных оттенках. Зеленый, фиолетовый, там, не знаю, оранжевый. Решила выбрать вот такой необычный цвет. Он, оказывается, газированный. Вкусно. Стоил, по-моему, манат 30. Ничего так. Он, кстати, с клубникой, малиной и черносливом. Будем как раз им и запивать. А рассматривать нам сегодня дофига всего. И начнем, пожалуй, с трех корочек. Три корочки. Не знаю, как у вас. Это просто сухарики моего детства. Они стоили 5-7 рублей. И мы просто на последние деньги покупали сухарики. Были голодные. Естественно, дизайн поменялся с тех пор. Теперь оценим вкус. Вкус такой же. Они очень жесткие. Раньше в детстве нам это нравилось, потому что мы медленно их кушали. Для нас вообще в компании чипсы это был деликатес, который стоит дорого, а сухарики доступны просто всем. Поэтому покупали сухарики. Но именно три корочки, они очень жесткие. Поэтому в обычной жизни я бы не купила. Но когда я в магазине увидела три корочки, я была настолько счастлива. Вспомнила свое детство. И давайте прям не отходя от кассы, заценим фирму сухариков, которая мне очень нравится. Это Хрустим Кальмар. Именно в таком вкусе я не пробовала, но в общем Хрустим мне очень нравится. Они не настолько жесткие, как три корочки. Но, когда вы кушаете три корочки, вы чувствуете, что это высушенный хлеб. А здесь такое ощущение, что непонятно что, но вкусно. Вы знаете, мы даже дома делали сухарики. Совсем мелкая была. Я такая брату говорю, что каждый раз 7 рублей отдавать на сухарики? Давай купим черный ржаной хлеб. Одну Галину Бланка. Если вы тоже так делали, то пишите в комментариях. Что я делала? Нарезала хлеб почти таким размером. Сверху Галина Бланка. И в духовку буквально на 5 минут. Получались обалденные сухарики. И самое главное, бюджетные.
Потом брат постоянно просил приготовить ему сухарики. Следующая красота, которая привлекла мое внимание, это молочный шоколад Аддикта с фисташками. Я просто очень люблю фисташки. Вообще, я люблю, когда шоколадки в мини-версиях продаются. Например, когда я работала, к чаю мне вот такая одна шоколадка достаточно. Зачем покупать плитку? Не могу сказать, что это прям такой молочный шоколад, как Милка. Но фисташку я здесь прям чувствую. Неплохо. Выглядит вот так вот. С разными вкусами были. И вот на мое удивление, именно с фисташкой стоили дороже. Вот меня всегда всю жизнь смущало, что, например, если взять соки, сок с яблоком и сок с манго стоят одинаково. Я про натуральные эти соки. Если в составе действительно есть манго и яблоко, в априори они не могут стоить одинаково. Ну да ладно. Следующая красота – это вот такие вафельки, которые, как сейчас помню, стоят 20 копеек. Мне кажется, сейчас за 20 копеек ничего невозможно купить, кроме этих вафель. Надо как-нибудь обязательно снять для вас рубрику именно с какими-то бюджетными сладостями, чипсами и заценим. Очень даже вкусно. Можно с этими вафельками вдвоем посидеть, попить чай. Какао с нежной начинкой. Вафелька. И написано GMO free. Короче, учитывая цену этого продукта, мне кажется, просто супер. Не могу оторваться. Сухарики, чипсы. Это моя стихия. Где-то как сухарики стоили чипсы Читос. Я никогда их не любила. И сейчас тоже. Мне не нравится абсолютно. Пахнет чем-то горелым. И вообще, всегда, когда кушала читос, такое ощущение, что ты ешь какие-то консерванты. Да, конечно, я согласна с вами, что и во всех остальных продуктах тоже есть консерванты, усилители вкуса и так далее. Но здесь такое ощущение, что вот я чистой воды просто консерванты кушаю. Так что читос мне вообще не нравится. Не знаю, как вам. Давайте лучше заценим луковые кольца. Правда, выглядят они не совсем как на упаковке, но самое главное – вкус, правильно? Мне вообще не нравится. Это невкусно. Конечно, вкус и цвет товарищей нет. Но здесь такое ощущение, что просто заправили все это дело солью. А здесь написано со вкусом бекона. Бекон и близко не стоит. Давайте перейдем к чему-то более достойному. Озма. Здесь внутри шоколад. Печенье выглядит вот так. Очень напоминает пуговицу. Хрустящее печенье. Тает во рту. Мне нравится. Я сначала подумала, что просто у этих напитков крашеное стекло, поэтому они разного цвета. На самом деле нет, напиток сам такого цвета. Печенье от Озма мне очень понравились. Вкусно. Вот это я так и не поняла, что это. Но пробанем. В очень странном состоянии продукт находится в пакете. Такое ощущение, что он уже растаял. Ну так себе. Ничего особенного. Мы с вами просто пробуем, правильно?
берем вот такую штуку опять от Осмо. Легким движением руки открываем. И здесь мы находим такой бублик со всех сторон. Шоколад. Пахнет обалденно. Внутри шоколадная начинка. Вкусно. Неприторно сладко. Вот самое то. Здесь тоже сзади шоколад. Видимо, из-за этого он тает. И упаковка выглядит не очень. Пробуем. Внутри шоколад. Приторно сладко. Очень сладко. Это обязательно надо заправлять чаем. Следующая красота тоже от торговой марки Ulker. Называется 8 кек. Пробуем. Это в один то же самое. Просто здесь со вкусом клубники. И прям пахнет клубникой. А так один в один одно и то же. И последнее, что мы сегодня будем пробовать и тестировать. Видео получается очень длинным. Придется вырезать немножко. Я уже смотрю 23 минуты. Много чего придется отрезать. Круглые печеньки, которые называются рондо. Печеньки выглядят вот так вот. Внутри здесь начинка. Две печеньки друг на дружку. И внутри начинка. Печеньки просто тают. Запоминайте. Крутая вещь. Итак, давайте подведем итоги. Что мне больше всего понравилось? Я не любитель печенья вообще, но эти мне очень понравились. Буду пить чай просто с удовольствием. А что мне не понравилось? Много чего. Например, мне не понравились вот эти луковые кольца, которые совершенно невкусные. Мне не понравился читос, поэтому я взяла в маленькой упаковке, потому что знала, что мне не понравится. До этого я пробовала другие вкусы, и они мне тоже не нравились. Пахнет чем-то горелым. Но это лично мое мнение, а если вы о каких-то продуктах думаете иначе, и наши мнения с вами разделились, то обязательно пишите в комментариях. Всех люблю, спасибо, что досмотрели это видео до конца.